Самка скального питона вышла на охоту. Она уже знает, где есть добыча и направляется прямиком туда. С помощью чешуек на своем теле и хвоста она взбирается по скалистым склонам и выползает к месту, где находится ее добыча. Слегка приподняв голову и вытаскивая периодически свой язык, она определяет, где находится добыча и примерное расстояние до нее. Молодая импала – идеальный обед для питона. Определив, где находится добыча, она медленно и скрытно подбирается к ней. Одно неверное движение, и охота может сорваться. Выбрав нужный момент, самка скального питона делает свой бросок, и добыча поймана. Этой добычей ей хватит насытиться на несколько месяцев.